Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Алексей Крыловецкий, и вы, как обычно, на канале компании «Купи салон» крупнейшего автомобильного ателье в России. Вы знаете прекрасно, наша специализация – это Toyota Lexus, и в последнее время большое количество появилось различных обвесов, комплектаций и даже небольших аксессуаров, сувениров, которые предлагает сам производитель, Toyota в первую очередь, для того, чтобы автомобиль смотрелся более агрессивно. Такая комплектация и такой набор аксессуаров чаще всего имеет индекс ТРД, обозначение которое имеет яркий красный фирменный цвет. И вот именно такой яркий красный фирменный цвет мы решили добавить в салон. Ведь негоже, когда на новой 200-ке в обвесе ТРД более агрессивная нижняя губа, но салон абсолютно не отличается от простого. Здесь мы заменили центральную часть сидений, для этого использовали материал алькантара. Вы знаете прекрасно все его положительные свойства. Этот материал великолепно выглядит, легко чистится, очень приятный, тактильно, на ощупь, не вытягивается, не лоснится со временем, не выкрашивается. И при этом, конечно же, выглядит премиально, делая практически любой автомобиль похожим на дорогой немецкий лимузин. В верхней части спинки добавили яркую красную вышивку ТРД, и тут нам пришлось помучиться подобрать правильный цвет красной нитки, так чтобы он совпадал с оригинальным красным оттенком, не так просто. Ну, а для того, чтобы салон выглядел еще и немножко более таким объемным, мы добавили вот эту декоративную отстрочку ромбиком в центральной части сидений, при этом саму кожу мы не меняли, а просто взяли и отстрочили ее серой ниткой. Для тех, кто запамятовал, напоминаю, у нас есть великолепная работа также с вышивкой ТРД для автомобиля Toyota Camry, вот где-то здесь есть ссылочка, которую вы можете перейти и посмотреть еще один интересный видеоролик. А в завершение я хочу сказать, что на руле появилась красная нулевая отметка. Конечно же, автомобиль это не сделало быстрее, хотя ощущения самого владельца от этого автомобиля явно изменятся. Нравится? Подписывайтесь, кликайте колокольчик, ставьте палец вверх. Не нравится? Комментируйте, оставляйте свои отзывы и, пожалуйста, аргументированно рассказывайте, что именно вы хотели бы в этом салоне сделать по-другому. А мы постараемся рассмотреть ваше предложение и, возможно, в одном из будущих салонов, который мы будем делать, воспользуемся вашей идеей. Увидеть свою идею воплощенной можно только в нашей компании. Обращайтесь, будем рады помочь. А пока я со всеми прощаюсь и призываю в очередной раз подписаться на наши аккаунты в социальных сетях Instagram, ВКонтакте, Facebook, drive2.ru. Все ссылки, как обычно, в описании к этому видеоролику. Удачи всем, пока!